Полицейские устанавливают жертв маньяка-насильника в автобусе номер 94. Маршрут от Гакелевской улицы до улицы Руставели. Ранее был задержан 48-летний сотрудник автобусного парка. Он приехал в Петербург из Киргизии. Работал водителем автобуса. Когда видел, что в салоне оставалась одинокая девушка, изменял маршрут и блокировал двери. В связи с имеющейся информацией о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений, Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями об его преступной деятельности, сообщить об этом правоохранительные органы. Если вы пострадали от действий этого человека или располагаете информацией о совершенных им преступлениях, сообщите по телефонам, которые вы видите внизу экрана.